Всем привет, привет! Доброго дня, доброго вечера, у кого что. Доброго, 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 всего доброго. Сегодня у нас распаковочка посылочек. Я надеюсь, что я две успею распаковать. Нет, значит, какую-нибудь на завтра. Так, давайте начнем с большой. Здесь у меня коечки должны быть. Ох. Здесь у меня должны быть коечки. Вот так вот я поставлю. Да, и сюда буду ставить потом то, что... Поехали смотреть красоту. Посылки мне приходят еще зимние, которые я зимой заказывала. Ой, какая шикарная. Это у меня Санкт-Креция. Кстати, знаете, вот я что заметила? Даже задешевле. Ну, вот это вот. Я заказывала такую малюсенькую за 500 рублей здесь вот по месту, да. И вот это. Ой, смотри, какие шикарные корни. Ее надо срочно пересаживать. Это весь листокам в корнях. Вот, посмотрите. Здесь вообще нет. Здесь одни корни. Шикарно. Вообще классно. Ее надо полить, бедную. Такая классная. Большая. Класс. В общем, я заказывала малышку. Там буквально только наметились два верхних листочка. Вот совсем прям, совсем-совсем малюсенькая. Совсем прям даже, вот я не знаю, ну вот такая вот совсем прям вот такусенькая, наверное. Да, и вот сейчас вот это вот. Это, блин, вообще какие классные. Так. И это хаменторум. Вот эта хоечка у меня есть, но почему-то она не хочет расти. И я решила еще раз заказать ее. Только у меня листья большие у нее. Вот. Я решила лишнее, мне кажется, я много чего там показываю. Вот так, наверное, будет лучше. Вот. Решила еще раз ее заказать еще. Если обе пойдут хорошо, я их подсажу друг к дружке. Сделаю пышненький кустик. Листики у нее такие нежные, такие. Знаете, на что похож? На эту. Хотела бы быстро сказать. Вот скажите мне, а? Я забыла. Блин, в общем, есть хоечки с такими вот листиками, с бархатными. У них вот здесь вот как... Ну, их трогаешь, они на ощупь прям бархат-бархат. Прям бархатные они. Забыла. Как они называются, такие коечки, господи. Вот так вот там. Старость не радость. Так. Дальше. Ага. Кири Yellow War. Вот такой вот я себе заказала. Корешочки есть тут. Вот он корешочек. Куда показываю, не знаю. Главное само посмотреть. Вот такой вот желтый варигатностью. У меня есть сплэшная. Она вот тут, кстати, стоит. Сейчас я покажу. Может, кому будет интересно. Вот моя сплэшка. Керри. Такая вот прикольная. Мне она очень нравится. Вот, я с нее уже резала. Это у меня маточный кустик. Есть Керри Альба. Вар, который по краю. Так вот варигатность. Ну, расти она не хочет почему-то у меня. И вот такую цвет угодум. Не знаю, надеюсь, она не тугодумка как-то, а будет расти хорошо и радовать. Так, бумажки. Все, бумажки. Так. И посылочка оказалась не такой уж и большой. Как оказалось, да? Тут прям осталось у меня... 20 точек.
Так, достаем аккуратненько. Вот с этой красоткой я никак не сговорюсь. Ну, никак. Кентиниана Вар. Ее сестричка, которая это по краю белая, она у меня до сих пор в тепличке живет. Я ее даже боюсь доставать. И вот не знаю, как с этой быть. Наверное, я ее тоже в тепличку поставлю. Потому что что-то как-то у меня с ними, не знаю. Ну, очень мне хочется. Она очень красивая. Прям шикарно, можно сказать. Особенно, когда кусты большие, насыщенные. Это вообще, это очень красиво. Очень-очень. Ой. И вот с этой вот красоткой я тоже никак... Она разрастается, все растет, 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 растет до определенного момента, потом одним днем раз и погибает. В общем, я ее... Это хешкиниана варигатная. Выращиваю до куста, и потом она у меня погибает. Есть у меня... Сейчас я попробую по-быстрому показать. Здесь вот она у меня. Как она? Волшнильяна, что ли? Варигатная. Она вот выдала мне вот такой вот листик, как сердечко. Вот. Она тоже, она начинает расти. Вот видно, вот один был побег. Вот второй был побег. Вот сейчас она опять заново вот выдает, вот выдал такой листик. И засушивает их. Почему? Я не знаю. В общем, у меня вот если это еще вот как-то... как-то где-то существует, то это у меня вот до определенного момента и все. Ну, я надеюсь, что больше таких моментов не будет. А по крайней мере, не очень мне хочется. Хочется все сохранить, чтобы все было. Хочется. Вот так вот хочется, конечно. Так. Ну, и вторую посылочку открываем все-таки. Раз уж не так-то много было. Ой. Ой. Вы знаете, ой, ее так заклеили. Я боюсь, я ее не раз... Слушайте. Капец. Это на славу ее заклеили. Это прям... Прям... Придется вот так вот прям рвать. Буду так с краю рвать. Прям почта России, чтобы вообще не добралась до посылочек до наших. До наших цветочков. Вот так нам придется разорвать бочком, да? И смотрим, что здесь у нас. Смотрим, смотрим, смотрим. С какой стороны. Так. Так. Здесь у нас отчетки, мне кажется. Я, знаете, до смеха. Просто до смеха. Очень долго искала отчеток Моргана. Очень долго. И вот прям вот, ну, никто их не высылает, ни у кого их нету. В продаже их нету. Ужас прям какой-то, да? Вот. И я вот потом купила небольшой росточек. И мне вот эта вот женщина тоже написала. Я у нее спросила, у вас тоже есть? Она говорит, да, есть. Но на пересылку лучше делать вот так вот, с такими вот, ну, срезом лучше. Ну, они пересылаются хорошо, отчетки. Извиняюсь. Они живучие. Дальше я доствоковывать не буду, потому что он может рассыпаться. То есть его надо сразу посадить. Сразу его надо будет сажать в землю. И здесь отчеток Бурлита. Ой, вот видите, он уже падает. Бурлита. Так. Он тоже вот немножко тут подосыпался. Прям такой вот нежный-нежный они. Они у меня были. Висело большое, огромное растение. Но... Да что такое? Падает. Но, как всегда, у нас кто-нибудь уронит. Ну, ой. Сейчас извиняюсь. Ой. Все рассыпалось. И цветка нету. Вот, Бурлита.
такой вот он. У него как спиралька идет. Поменьше, поменьше вот эти вот. В общем, они сами поменьше, идет как спиралька. Вот такой вот. Так. Все. Секунду. Так. Так, дальше. Достаем. Все переложено, все разложено. Так. Это у нас клеродендрум. Клеродендрум варигатный. То есть, если видно, у него листики вот здесь вот по краю должны быть светлыми. Так, и здесь вот бумажки. И последний цветочек. Это должен быть он самый филодендрон. Я забыла, как оно все называется. Сейчас, секунду. Сейчас я его достану. Секунду. Я его не достану. Все прям надежно, чтобы никуда ничего. Так, это филодендрон Бинг, что ли, как-то так вот. То есть не бургунди, а Бинг, по-моему. Хотя, не знаю, как-то вот он на бургунди похож вроде. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, я буду очень рада. Был как Бинг. Ну, похож что-то на бургунди, но не знаю. Если есть у нас знатоки, подскажите, я буду очень рада. Очень-очень буду рада. Так, так, этот, как он называется, бонита у меня опять забонитился, рассыпался весь. Так, давайте я вам покажу все вместе. Вот так вот. Санкрецию сейчас я полью обязательно, ее сразу посажу в большой горшочек, сразу прям. Потому что такую красоту невозможно держать долго в таком виде, да? Будет она вот такая вот должна быть. Вот санкреция тоже. Вот. Так, ну вот такие вот у нас сегодня красотки к нам приехали. Сейчас я их буду дальше распаковывать, сажать вот эти вот две кракозябры. Вот. Я очень рада. Я очень рада, что у меня есть столько друзей ютубовских и всяких. И вообще очень-очень всем вам рада. Что хочу сказать? Счастья, здоровья, не болейте. Самое главное, не болейте. Берегите себя и своих родных и близких. Целую, обнимаю. Всем пока-пока. До новых встреч!